Куда? Славную пулю отлил оружейник вчера. Такую шальную и легкую легче пера. Такую больную, такую живую, как смерть. Рабочий, бросай свой мобильник, крестьянин, бросай свою жертву. Дети плясали от счастья весь день и почти что всю ночь. Когда им сказали, какая у пули убойная мощь, машины гудели на улицах целых 15 минут. Пуля проделала труд, чтобы пробить эту стену, за ней человека и что-то еще. Все жалели немного того, кого била отдача в плечо. Нелегкое дело вложить эту красавицу в ствол. И тянет обратно за стол. Я пишу свою повесть на тему «Состав тишины». Я сижу, но мой поезд устав, все ж домчал до стены. Он летел, словно пуля, но пуля быстрее все равно. Я качаюсь на стуле, а пуля влетает в окно. Я встаю, достаю сигарету, хочу снова сесть. Мои мысли скитаются где-то, а она уже здесь. И вот я слышу салют, и им встречаю попавшего в цель. Чем массивней уют, тем быстрее он садится на мель. Свою дураки. Теперь она хочет лететь, а им хочется спать. Одному она вроде как смерть, другому как мать. Я стою перед тобой, и я минус один. Домой, и я минус один. Я выхожу на балкон, и я минус один.
чужая бывает своя. Бывает их целая стая, не видели зря. Хорошую пулю не каждый способен отбить. Способен отбить приличную пулю, всегда есть кому подарить. Спасибо. Как Дима уже справедливо заметил, вечер, я сыграю тоже спокойную песню вечернюю. Она называется «Не спи». Замерзнешь. Да. Именно об этом наша следующая песня. Не спи, иначе ночь придет и нас с тобою украдет. Не ешь, иначе аппетит разбудит тех, кто ночью спит. Иначе звук залезет в ухо, как паук. Не слушай, а не то рука не сможет вынуть паука. Иначе дверь откроет череду потерь. Не возвращайся, если ты не хочешь, чтоб открылись рты. А то весь груз разрушит тонкий наш союз. Не улыбайся никому, иначе угодишь во тьму. Оставайся, а не то ты станешь бедным, как никто. Не соглашайся, берегись, от этого зависит жизнь. Наслаждайся бытием, оно сожжет твой ум огнем. Не покупай, не продавай, иначе упадешь.
упадешь за край. Сахарный пудель. Спасибо Содружеству «ДАШ», Диме Студенному, с вами был Дмитрий Махов, остальные мои.